Это седьмое, господа. Эй, мой хороший, это моя любимая. На. А если он сейчас пьяный на нас упадет? Ну, слушайте, да ему это на один глоток. Господа, ну хватит шалить. Меня с места прогонят. Милый друг, а знаешь ли ты, что такое пари? Пари – это дело чести. Поэтому, если тебя выгонят, приходи ко мне в дом генерала Кувакосина на Басмана переулок. Он действительно хочет еще. Ты пришел или уходишь? Пришел. Доброе утро, папа. Зайди ко мне. Прибор, Григорий Аполлоныч, принесите. Ну, где ты был? У Корсковых был именин Натали. Папенька, если бы вы только знали, какая прелесть эта Наташа. Ты с ней танцевал? И контрданс, и вальсировал. Я думал, прекрасно было бы мне жениться на ней. Восхитительно. Ну, это, конечно, не сейчас. А что ты делал после бала? После бала Трубецкой потащил меня в клуб. Я выиграл у него 3 партии на бильярде. Я думал, я мог бы быть великим бильярдным артистом. Не сомневаюсь. А после этого он сел за карты, и я его оставил. За картами он совершенно невозможен. А мы с Денисовым и Яшвиным отправились в манеж. Всех там перебудили. У нас вышел спор. Нужно было на скаку подхватить бутылку шампанского так, чтобы не опрокинуть столик. Как вы думаете, кто выиграл? Ну, разумеется, ты. Да. Прекрасно. А что мы будем делать с письмом господина Маврадыки? А кто это? Хозяин зверинца. Он написал жалобу вашему полковнику. Несколько молодых офицеров, в числе которых был сын генерала Колокольцева, напоили шампанским слона. Слон и сдох. А это совершенно невозможно. Слон был абсолютно здоров. Он, наверное, сам не кормил его, а теперь сваливает все на нас. Хорошо ты проводишь время. Я провожу время так, как принято в нашем полку. Вы хотели, чтобы я был блестящим московским офицером? Я блистаю, как умею. У тебя довольно свинские представления о блеске. Уж какие есть. Надо же как там бороться со скукой армейской жизни. Да что ты знаешь об армейской жизни? У твоего брата в своем возрасте серебряный Георгий был на груди. Папа, перестаньте мне тыкать Андреем. Я не виноват, что сейчас в России нет никакой большой войны, и я не могу проявить себя. Между прочим, именно вы настояли на том, чтобы я не поехал в Оренбург, и добились того, что я служу дома. Ну, во-первых, этого добивался не я, а твоя мать, которая до сих пор видит в тебе ребенка, а не мужчину. А во-вторых, я с ней совершенно согласен, потому что ничего мужского в тебе нет. У тебя нет ни малейшего представления о долге. И, по-моему, о чести тоже. Что? 5 поколений семьи служили России и государю, чтобы поручик Гриша Колокольцев мог вдоволь шаркать по паркету и надмиваться над несчастным животным. Ты позоришь мундир и фамилию. Ах так? Я завтра же попрошу тебя о переводе. Да ты дня не выдержишь в обычной роте. Кто тебе будет пеленки менять? Сегодня же! Попросись о переводе прямо в цирк! Фу, успел. Сел. Вспотел. Это мое место. Было ваше, стало наше. А я на нем ехал. Теперь буду ехать и я. Жарко. Как вы тут сидите, а? Извольте перейти в другое отделение. Не изволю.
А вы почему не сказали, что это место занято? Действительно, этот господин сидел на этом месте. Этот господин, судя по платью, вообще не может ехать в первом классе. Вставайте! Или я не уйду отсюда. Ну что ж, будете ехать стоя. Грубиян. Пискля. Боров. Таракан. Господа, вы зря ругаетесь. Я с удовольствием перейду во второй класс. Ну вот, все и разрешилось. Но это же ни в какие ворота не лезет. Ну вы выжили человека из отделения, а вы даже спасибо ему не сказали. С какой стати я должен говорить ему спасибо? Да я в своем праве. Действительно, если хочет дурак ехать с вонючими, пусть едет. А что ж мы за всякую глупость благодарить будем? Вы что, называете чужое благородство глупостью? Поручик, у вас еще молоко на губах не обсохло. Меня учить. Да я вас на дуэль вызову. А дуэли запрещены. Один змея, а другой свинья. Вы позволите? Как вам угодно. Благодарю вас. Никто не оценил ваше благородство. А я не за благородство, и за спокойствие. Ну, примечательно, эти двое тут же столкнулись. Ну, чудесные люди. Ой, простите, я же не представился. Поручик Григорий Аполлоныч Колокольцев. Граф Лев Николаевич Толстой. Как, тот самый? Я же друг брата... друг брата вашей жены Софьи Андреевны. Мы с ней были так дружны. Я вас совершенно иначе себе представлял. Вероятно, с пером в зубах и чернилами на лбу. Знаете, граф, я когда читал ваше детство, я так плакал. А военные рассказы? Я когда читал, я хотел сразу быть в семье. Вы так молоды, ну зачем вам рота? Это ж целое хозяйство. Граф, вы не понимаете. У меня возникла одна идея, и возникла она, между прочим, не без вашего влияния. Сейчас, когда Милютин начал реформы, армия перестанет быть пожизненной каторгой, и солдат начнет возвращаться домой полным сил мужчиной, ну, чтобы он не утратил навыки сельского труда. Поэтому я хочу открыть в своей роте артель. Вы рассуждаете точь в точь, как я в свое время. Я же пытался завести журнал для солдат. Но из-за затеи ничего не вышло. И бог с ним, с начальством, я на него и так не надеялся. Но это оказалось совершенно не нужно самим солдатам. Вы почему пинаете? Потому что мне мешает. Извольте уважать чужое имущество, тем более драгоценное. Драгоценные так не возят. Уберите ваших собак. Это свиньи. Тем более нашли драгоценность. Не смейте так со мной разговаривать. Я граф Толстой. Да хоть князь. Заставили тут все своей ерундой. Удушу тебя, жаба. Простите меня ради Христа. Просто какой-то сумасшедший. Лев Николаевич, а почему у вас свиньи черные? Это редчайшая японская порода. Они невероятно чистоплотные, прекрасно плодятся и дают очень много мяса. Я их когда увидел у одного своего соседа, я понял, что все, я не буду счастлив, пока не куплю себе таких же. Я всерьез собираюсь разбогатеть на их разведение. Вы посмотрите. Тихо, тихо, тихо. Что это за морды? Это ж не морды, это лица. Вы так ими восхищаетесь, что мне немедленно захотелось быть вашей свиньей. Я готов хорошо плодиться и давать много мяса. Григорий Павлович, лучше станьте моим гостем. Поедемте к нам. Я бы очень рад, но, к сожалению, мне нужно в полк. Тогда обещайте приехать при первой возможности. Мы вас будем очень ждать. Ты скотина! А, сейчас. Гадина! Сейчас. Да что ж такое-то? Есть кто? Никак нет. А кто ж говорит? Писарь Шабунин. А где вы? Туточки. Я. Здравия желаю, ваше благородие. Возьми платок, ты весь изгвоздался. Так, испачкаю. Да бери, у меня таких много. Где командир роты? Мне нужно отдать бумаги и представиться. Так на плацу все. А где плац? Так за семеновой избой. Левый! Левый! От того, что я вас не старше! Левый! Левый! Носок! Носок!
Pijanuć! Gospodin praporštik, od byla kričný korin živali. Od вас, брата, кое-что порох может гореть. Ради вас, господин капитан, я готов сразу жевать порох. Только вы все равно будете недовольны. А это что? Кикимора болотная. Ты, Шабунин, нашей роте, как сыр на пятке. Карцер его. Слава богу. Молчи, я грязная. Отставить! В армии запрещено рукоприкладство. Какое же это рукоприкладство, ваше благородие? Отеческое наставление, осмелюсь доложить. Семенов! Я! Карцер его! Слушаюсь! А вы, господин поручик, тут что? Господин капитан, поручик Окольцев прибыл в ваше распоряжение. Вот бумаги. А, это про вас мне писали. Чтоб я вас поберег. Учтите, я против любых преференций. Я не знаю, кто вам писал, но я не нуждаюсь ни в каких преференциях. Я просил прислать мне заместителя. А мне присылают генеральского сынка. Что вам за дело до моего отца? Ставить грубить командиру! Ковалев. Я! Командуйте перестроение. Есть! Алле! О! Тихим шагом! А! Это у вас всегда так? Нет. Господин поручик, это мы для вас стараемся. Вы мне колкость хотите сказать, господин прапорщик? Это я вас приветствую. Добро пожаловать в армию, ваше благородие. А по роже ты давно не получал? Всяк черпак стоять должен, ворюга! Ну-ка тащи сало быстро! Тут тебя ребята на сало самого порежут. Ничего, ребятушки, ничего. Со мной голодными не останетесь. С тобой как у Христа за пазу. Пригор Кунцевич. О! Артельщик! Ну что ты стоишь, как стул? Деньги на провиант получил? Получил. Ну? Ну что ты жмешься, как девка в первую ночь? Я вон сейчас капитан заподозрит. Да, дурак. Дай бог каждой роте такого капитана. Он ничего кроме своих бумаг не видит. Староста занесет. Ну, угости его. Тебя всему учить, что ли? Писарю тоже нужно дать. Вот это не твое дело, понял? Иди. Ну, как ты, Вася? Ничего. Я вот тебе пожрать принес. Не буду. Ты рожу не вороти. Тебе тут меня держаться надо. Я тебе и отец, и мать, и... Вот еще. Тут кое-что вписать нужно. Не хочу я. Не мешайте мне в свои дела. Грех это все. Тоже мне праведник нашелся. Нах, вот я тебя для куражу принес. Давай, 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 давай. Не кочевряжься. Последний раз. Обещаете? Обещаю. Старуху куда ставить? Это не старуха, это Вальтер. Давай. Да.
Господин капитан. Господин капитан, наше знакомство началось как-то не по-приятельски, а я между тем считаю, что нужно ладить со своим командиром. Я пришел все исправить. Поверьте мне, я совершенно не грубиян. То есть я был груб с вами и прошу меня простить. Просто вы совершенно неверно представляете себе мои отношения с отцом. И от этого я стал так горячо вам возражать. Напротив, я сам попросил о переводе из гвардии, и я намерен честно служить и быть вам хорошим товарищем. Похвально, поручик. А, господин капитан, я надеюсь, что эта бутылка превосходного британского кларета поможет нам сгладить мои невольные ошибки и лучше друг друга понять. Я не пью. Спокойной ночи, господин поручик. А как он с солдатами обращается, вы видели? Это ж просто свинство, Александр Матвеевич. Ницевич, педант и порядочная скотина, но дело свое он знает хорошо. В армии нужно быть жестоким. Солдаты другого языка не понимают. Акулина, будь добра. А вот я с вами не согласен. Тысячу раз не согласен. Александр Матвеевич, дайте солдату вместо муштры осмысленный труд, он расцветет. Как куст сирени. А воевать как он будет? Залпом из цветов и листьев? Вы зря смеетесь. Я собираюсь в нашей роте открыть столярный артель. Ну, зря. Доски украдут, инструмент пропьет. К русскому человеку только отнесись по-хорошему. Сам рад не будешь. Простите, я не спросил, может, вам крепковато? Да, а чего же, в самый раз. Александр Матвеевич, а чего вы так не любите русский народ? Я? Угу. Ошибаетесь? Я обожаю русский народ. Да, Александр Матвеевич, ну какой вы куда пригостя? Акулин, скажи, пожалуйста, что ты думаешь про нашего капитана? Что об нем думать? Насекомое польское. Нам, офицерам, от него житья нет. Извела бы давно. Да Александр Матвеевич не разрешает. Извела это как? Так. А кормить можно. Хуже грибами, хуже чем. А только по тылихе сходить, чтоб порчу наслала. Чтоб глаза его бесстыжие повылазили. Ну как мне не любить русский народ? Это же сосуд доброты и милосердия. Да ну вас. Давайте. Я понял. Он польский революционер. Его специально сюда прислали, чтобы он довел солдат до бунта. А ну я этого не допущу. Этого не будет. Признайтесь, Гришон, вам просто самому очень хочется быть командиром. А что, Александр Матвеевич, думаете, не справлюсь? Справитесь, когда протрезвеете. Сумасшедший! Александр Матвеевич, давайте ко мне! А там глубоко? Эй! Не достать! Давайте ко мне, что вы там стоите! Я плавать не умею! Я уже протрезвел, я вас научу. Идите к черту! Эй! Чем это несет? Чеснок, господин капитан. Лакрицы не было. Налево! Направо! Раз, два, левой! Не растягиваться! Судя по запаху, вы быстро освоились. Левой! Начали настоящую армейскую жизнь и стали хорошим товарищем прапорщику Стасюлевичу. Поздравляю. Я и не сомневался, что офицер из вас никудышный. А из вас никудышный командир. От вас не то, что запьешь, волком завоешь. Это вас в гвардии дерзить научили? Поручик Колокольцев дерзит, пьянствует, не соблюдает субординацию.
Как полковой командир, я должен вас сейчас отчитать. Могу долго и нудно рассказывать вам о значении дисциплины в армии. Могу по-отечески, что я вас вот таким помню, и что вы должны быть достойны вашей фамилии. Могу с криком, надувая жилы на шее, разъяснить вам, что такое беспрекословное подчинение командиру. Ну, какой вариант больше нравится? Никакой, господин полковник. Прекрасно. Хвалю за честность. Мне тоже. Потому что все это смертельно скучно. Давайте-ка поговорим лучше обо мне. Не возражаете? Нисколько. Видите, Григорий Павлович, эту карту. Это карта Тульской губернии, расположение нашего полка. Вот здесь стоит 3-й батальон. Командует им майор Подшибякин. Осел и пьяница. Вот тут 2-й батальон. Командир, баран и картежник. Сюда не смотрим, там слезы. Вот здесь капитан Нечаев. Тупица, каких поискать. И надо всем этим недостижимым манбланом высится капитан Яцевич. На самом деле сухарь, служака и кляузник. И надоел мне хуже горькой редьки. И есть у нас военный министр, который затеял реформу в армии. А с кем мне эту реформу проводить? На кого мне опереться? Где мне взять молодых, просвещенных, по-хорошему азартных офицеров? Так, господин полковник, я готов. Дайте мне любую роту, самую неудачную. Вы говорили, что там слезы. Ну что вы как дитя, Григорий Павлович. Генеральский сынок, поручик из Москвы, в полку без году недели и сразу получает роту. Вы же знаете, какие разговоры пойдут? Хочется вам этого? Никак нет. Вот и я об вас так думаю. Нужно послужить, доказать, что достойны, поладить с солдатами. Солдаты должны либо бояться командира, либо любить его. Лучше и то, и то. Завести знакомство в губернии хорошего круга. А не пить горькую с прапорщиком Стасилевичем. Стасилевич очень достойный человек. А вы не торопитесь судить. Вы думаете, он в его годы только прапорщик по случайности? Расспросите его при случае. Не ваше он поле ягода. А у меня на вас виды. Я тоже не вечен. Да и вы, Бог даст, недолго в поручиках задержитесь. Отпередите, будьте умны. Ах, нет, постойте. Батюшка ваш денег вам прислал. Беспокоится об вас. Я не возьму. Отошлите обратно. Нет, нет. Извольте сами разбираться в ваших семейных делах. Не сердите меня. И урожай у него превосходный, вдвое против прежнего. Так что, Николай Ильич, узнайте, почем он покупает гуано и сколько ему стоит доставлять его из Аргентины. Я не понимаю, зачем нам говно из Аргентины? У нашего своего не хватает. Гуано – это не говно, это птичий помет. И этого добра у нас достаточно. У нас таких птиц нет. Это же дикие птицы. Океанические там или горные, я уж не знаю. Угу. А они что, гадят по-другому как-то? Продайте мне гантели, пожалуйста. Свиньи из Японии, говно из Аргентины. Я не желаю участвовать в вашем разорении, граф. Набрутишь, Николай Ильич, я намерен на этом разбогатеть. Мы с вами живем в 19 веке, а хозяйство в 16. Я ваш управляющий. Я должен управлять. А вы не даете мне управлять, вы сами управляете. Я начинаю чувствовать себя ненужным. Николай Ильич, я не хотел вас обидеть. Если вас это задевает, я готов отказаться. Не будем выписывать птичье говно из Аргентины. Да уж, делайте милости. Хотя я не понимаю, почему мы, два образованных человека, ради вашего самолюбия, должны отказываться от двойного урожая? Граф! Я приехал! А вы гимнастикой занимаетесь? Григорий Аполлонович, наконец! Я в прежнем полку по гимнастике был вторым. Вы можете подумать, что я хвастаюсь, но я всегда говорю правду. Если бы я хвастался, я бы обязательно сказал, что я был первым. Но первым был Петрицкий. Это Николай Ильич Смирнов, мой управляющий. Это Григорий Аполлонович Колокольцев. Николай Ильич, сделайте, как я сказал. Хорошо, слушаюсь. Граф, а вы сальто крутить умеете? Ну, разумеется. Вот здесь. Что ты выдумала, Таня? Кто же делает фиалки на подвенечное платье? Потому что фиалки очень хорошо к моим глазам. Я вообще думала себе венок сделать. Вот отлично. А жениху в бутоньерку перья зеленого лука тоже глазам очень хорошо.
Совершенно какая-то ненужная экстравагантность. Какая-то не экстравагантность, Соня. Ты просто перестала следить за модой. Вот у тебя пойдут дети, и ты поймешь, что все моды — глупость. Соня, а по-моему, глупость — это так распускаться, как ты. Ты ходишь в каких-то мешках. Ты графиня толстая, а одеваешься, как мещанка. Ну, теперь у нас будет две графини толстых. Ты будешь правильной графиней толстая, а я буду неправильная. Знаешь, мне иногда кажется, что ты выходишь замуж за Левочкиного брата и свои манеры все за мной повторять. Ты сейчас серьезно это сказала, Соня? Ты понимаешь, как это обидно? Я пошутила. Я очень рада. Я люблю Сережу. Левочка его обожает. И вообще это удобно. Все свои люди. А то вышло неизвестно за кого, а мы бы не знали, о чем с ним разговаривать. Я тебе про любовь говорю, Соня. А ты мне про удобно. Ну что с тобой? Вообще-то ты говорила про платье. А это кто? Гриша? Гриша! Соня! Не узнаете? Таня? Татьяна Андреевна? Я вас помню совсем маленькая, вы стали такая красавица. Таня, у нас невеста. Опять опоздал? Да. С мокрыми волосами вы похожи на лохматые цветки. Астры какие-нибудь. Английская лошадь – это изящество, это стремительность. Также нервность, капризность и тонкие ломкие кости. А кавказская порода, я, кстати, собираюсь ее разводить, это ум, выносливость и полное подчинение человеку. А вот у меня есть поразительная история именно об английской лошади. Помнится, раньше вы интересовались танцами гораздо больше, чем лошадьми. Я и теперь люблю танцевать. Так вот история. Интересно, о чем он сейчас думает? Я тебе расскажу. Во-первых, он думает, зачем ты сюда пришла и никуда его не ведешь. А потом он думает, от тебя пахнет водой, а ему ой, как хочется на речку. А еще он смотрит на поручика и волнуется. Потому что прежний его хозяин был человек в военной форме, и служить ему было весело и страшно. Лев Николаевич, мне кажется, вы в прошлой жизни были лошади. Господа, мы можем продолжить беседу где-нибудь в менее благоуханном месте? Я приехал к нему спустя 4 года. Можете себе вообразить? Он говорил точно-точно 4 года назад. Те же истории, те же шутки, та же каша с бараниной. И я не стал брать у него щенков. Потому что у скучного человека и собака будет скучная. А собака на охоте – это товарищ компания. А помните, Гриш, когда мы карнавали щенка у Мещерски? Софья Андреевна, вы путаете. Это был Юшин. Лев Николаевич, возьмите меня на охоту. И меня, а то ты только обещаешь. Ты никогда не проснешься в такую рань. А как поживают ваши чудесные свиньи? А пойдемте к ним. Ну уж нет, ты не показал ни дом, ни детей. У вас, наверное, необыкновенные дети. О, а давайте я вам школу покажу. Так, очень я хорошо. Иду заниматься ужином. А я с вами. Таня, изволь мне помочь. Что ты такая злая? Ты не видишь, что происходит? Это удивительное желание всегда все мне отобрать, чтобы у меня не было ничего своего. Гриша, между прочим, мой друг, он ко мне приехал. Все, он уже заворожен. А он на меня даже не смотрит, как будто бы меня нет. Кто, Гриша? Да нет же, Лёва. Я не понимаю, ты кому ревнуешь? Всех ко всем. И ты такая же. Все вы думаете только о своих удовольствиях. Это упрек? Пока встать. Я новую приехала. Солдат? Солдат. Нет, солдат не такие. Я старший солдат. Какой ты старший? Ты молодой. Граф, где ты вчера был? Почему ты не пришел нас учить? Видишь, у меня гости. Да у тебя всегда гости. Ты не учишь, а она только сердится. Он вообще ничего не хочет соображать. Да помолчи! Или просто не может? Ну, попрыгайте с ним. И что от этого произойдет? Я вообще не понимаю, зачем человеку без мозга нужна эта арифметика. Так, Анна, давайте поговорим. Ну, милый друг, что ты там не понимаешь? С яблоками вот этими. Ну, вон там. Сколько яблок? 3. А там? 4. Правильно. А вместе? Не знаю. Сколько пальцев? 3. Правильно. А здесь? 4. Вместе? Сколько? Это ж пальцы. А мы яблоки считаем. Ты действительно глупый? Сам ты глупый. Граф никогда не обзывается. Граф, иди сюда. Яблоки считать будем. Так, давай. И... 7 яблок. Ну, молодец. Молодец. Ну, это Егор, на самом деле, замечательный мальчишка. Мы недавно с ним сказку придумывали. Боже мой, какая у него фантазия, какое чувство правды. Сердился на меня, что я все не так делаю, и был совершенно прав. У меня получался какой-то взрослый вздор, а у него старуха превращается в кочергу. Мне ужасно нравится с ними возиться. Я вот своему отцу ни в каком возрасте не был интересен. Да бог с вами. Да, поверьте мне. Один брат весь в крестах, полковник. Другой — герой, без ноги.
Мне кажется, он на меня обратит внимание, только если я обе ноги потеряю. А то и голову, чтобы похоронить с почестями. Ну что вы такое говорите, Григорий Павлович? Ни один отец не пожелает такого своему ребенку. Это вопрос моего не знаете, Лев Николаевич. Вот он мне прислал вчера деньги. Ни письма, ни записки, вообще ничего. Ну, послание говорит само за себя. На, мол, никчемный мальчишка, трать отцовское состояние, только не влезай в долги, не позорь семью. Вот ей-богу, отошли мы их обратно. Не делайте это, Григорий Павлович. Совершенно напрасно его оскорбите и бесповоротно испортите с ним отношения. Я знаю этот тип людей, сдержанных, гордых. Такой человек холоден от того, что он боится, что его чувства примут за слабость. Для него послать вам деньги – это то же самое, что сказать вам, что он о вас думает. Можете мне одним словом сказать, что для вашего отца главное? Долг. Ну и что там дурного? Это редкое качество. Я это очень живо себе вообразила. Таня вышла замуж. Ты уехал за границу, бросил меня детей, потому что то, что ты меня разлюбил, мне стало ясно еще в конюшне. За границей ты играешь в карты, веселишься, я в деревне одна с детьми. Денег нет, в доме дует из всех щелей, мужики меня обворовывают, потому что вы, Николай Ильич, тоже уехали. И вот я пишу тебе, Левочка, письмо за своим бюро. Вся в черном, похудевшая, у меня стынут руки. Такое горькое это письмо и такое благородное. И так жалко эту брошенную, несчастную меня, что невозможно не плакать. И, в общем, эта говядина полита моими слезами. И там в этом письме была еще такая фраза, которая, конечно же, должна была тебя сразить. Я непрестанно думаю, в ком я ошибалась. В тебе или в себе? И тут задумалась, как же это пишется непрестанно? Не при или не при? Решила спросить у тебя, но вспомнила. Ты за границей играешь в карты. А я того все это время и не играл в карты. Я сидел и уныло ждал тебе письма. Я не понимал, почему ты не пишешь, не зовешь меня обратно. Я не знал, как с тобой помириться, и отправил тебе телеграмму. Непрестанно думаю о тебе. Вы меня обидели, Софья Андреевна. Я не мог никуда уехать, потому что я очень дорожу этим местом и никогда не оставил бы вас в таких трудных обстоятельствах. Вот это сейчас к чему было сказано? К тому, что женская фантазия поражает химеры, а мужской разум вынужден с ним бороться. Удивительная способность превращать все в трюизм. Видите ли, Николай Ильич, если бы вы не уехали, я была бы недостаточно несчастна. О, это вы зря беспокоитесь, Софья Андреевна. Я думаю, вы были бы достаточно несчастливы с Николаем Ильичем. Ты, Аня, хотела меня обидеть, а между тем ты просто натерла ногу. Боже. Вот вы, Николай Ильич, знаете, что только что сделали? Вы положили натертую ногу Анны Ивановны на этот стол. А каким образом? Добрый вечер. Ба! А мы тебя не ждали. А я чувствовала, что вы приедете, просто боялась сглазить. Григорий Аполлонович, пересядьте, пожалуйста. Нет, благодарю, я ужинать не буду. Я вот тут, под лесой. Это мой брат Сергей Николаевич Толстой. А это Григорий Аполлонович Колокольцев. Друг детства Сони и Тани. Друг детства, упустивший обеих прелестных сестер. А вы не сын ли генерала Колокольцева? Точно так. Я служил с вашим братом. С которым? Андреем. Мы были добрые товарищи. Где он сейчас? Он командует полком в Туркестане. Изумительного геройства человек. Может, тебе хоть самовар поставить? Нет, спасибо. А никто не хочет прогуляться в сад? Здесь что-то душное. Не советую, там тучи комаров. Лёшка, а что твой роман? Ты пишешь? Пишу. Что? Ну, сегодня вот ногу писал. Какую ногу? Ну, такую довольно крупную, полную ногу, которую отрезают у одного красивого молодого человека. Угу. А он что? Ну, а что он? Рыдает, конечно. Это Лев Николаевич описывает процесс ампутации. Что бы мы делали без твоих объяснений, а? Как-то много ног сегодня за столом. Просто вечер ног, Тань, ты куда? У меня голова разболелась. А что твои свиньи? Ты на что-то сердишься? Нет. Но у меня к тебе дело. Маша снова беременна. Ох. Как же ты допустил? Да уж допустил.
Хорошенький вопрос ты задаешь. Ты же хотел с ней расстаться. Хотел. Хотел. И сейчас хочу. Думаешь, так легко? Ну, как же Таня? Ты ей должен все рассказать. Как? Что? Что я должен рассказать молодой девушке, что 10 лет назад выкупил цыганку из табора, живу с ней невенчанный, прижил 3 детей? Уже 4. Я только один выход вижу. Забрать Таню, уехать с ней и там тайно обвенчаться. А Машу бросить беременной? Это уже ни в какие ворота. Я зря приехал. Прощай. Сергей! Сергей! Мне самому страшно думать, что с ними будет. Так кого ты все-таки любишь? Да Таня, Таня. А придется отказаться от своего счастья, жениться на цыганке и спиться в деревне. Погоди, ну скажи Тане всю правду. А ежели она меня не простит? Он что, вот так в один день взял и разлюбил? Чего он не разлюбил? Может, у него неприятности какие-то? Тысячи причин, может быть. И... Нет, Соня, он, видно, полюбил другую. Мне больно. Мне вот тут больно. За что ты меня так ненавидишь, а? Простите. Григорий Аполлоныч, вам что-нибудь нужно? Вас удобно устроили? Да-да, Лев Николаевич, я пришел к вам извиниться и сказать, чтобы вы знали, ужасная вещь произошла. Я невольно подслушал ваш разговор с братом в саду. Это досадно. Я не хотел. Я открыл окно и невольно услышал. Хотел его закрыть, оно не закрывалось. Тогда я вышел из комнаты, а там Татьяна Андреевна плачет. Она все не так понимает и очень страдает. Ей нужно все объяснить. Вот хорошо бы вы пошли, Григорий, и сказали... Григорий Аполлоныч, вы переходите всякие границы допустимого. То, что вы, к несчастью, случайно узнали, не дает вам права высказывать свои суждения и давать советы. Мне уехать? Как вам угодно. Чего не спишь? Вот, капитан велел переписать. Садись. Ты красиво пишешь, прям каллиграф. Тебя кто писать учил? Дьячокс. Нравится тебе твоя служба? Никак нет, ваше благородие. А зачем тогда служишь? За Бриль? Нет, за другого нанялся, за деньги. Семью кормить? Нет. У меня нет никого. Ты сирота, что ли? Не знаю. Ты как? Ну как? По-вашему... Бастард, а по-ихнему ублюдок. Незаконно рожденный, что ли? А кто твой отец? Не знаю. Может, князь, может, и генерал. Не доставило мне радости его видеть. Знаешь, Шабунин,
Вот мой отец тоже генерал, но большой радости в этом нет. Вдруг ваш батюшка и есть персона моего отца. Вы тогда, ваше благородие, были бы братья. Шабунин, ты с ума сошел? Ты что пьешь? Что вы ругаете, ваше благородие? Все люди братья, ежели это дама Ева считать. Ты еще и философ. Иди спать, философ. Не могу. Нравится капитану, как я четверку пишу. Велено вселе с 1004 переписать. Какой вздор. Иди спать, я тебе приказываю. И здесь вот такой вот хвостик. Это ас. Видишь, ты как навострился. Прям художник. Незримая! Что ж это будет такое-то? Ёлка, не ёлка. Как бы паутина. Исходит из сердца его императорского величества. И проходит через всех господ министров. Через все чины. Это буки. На баб похоже. Да на брюхатую. Не, на фельдфебеля нашего. Солдат. Этой нитью все связано. На ней веки вечные держится государево царство. А жиды, студенты и полячишки проклятые раскачивают эту нить. Господи, Бобылев, что у тебя в голове? А я вот восхищаюсь. Продолжай, Бобылев. Продолжай. Григорию Аполлоновичу очень полезно ознакомиться с перлами освещения. Смирно! Это что? Кто разрешил? На какие деньги? Это не из ротной казны, это из моих средств. А вам их, видимо, девать некуда. И что это все вот тут? Что здесь происходит? Это я распорядился. Мы проводим занятия. Вот тут с неграмотными занимаемся азбукой, а тут с грамотными говорим про государственное устройство. Зачем? Ну, такая школа для солдат. Ввиду реформ, проводимых в армии. А что, реформы устава отменили? Никак нет. Тогда вы, господин поручик, прежде чем, чем-то тут распоряжаться, должны были подать мне бумагу. Я бы ее рассмотрел, и если бы вдруг сошел с ума, то разрешил бы вам эту глупость. И то не вместо отработки штыкового боя. Казимир Брониславович, ну какой штыковой бой? Ну ливень! Обращайтесь по уставу, поручик. Простите, господин капитан, дождь. А вы собираетесь воевать только при хорошей погоде? Нет, я собираюсь просто внести хоть каплю смысла в то, что здесь происходит. А по-моему, вы просто хотите заискивать перед солдатом и красоваться перед самим собой. Ничего подобного. Просто я вижу в солдатах людей, в отличие от вас. И да, я не хочу, чтобы меня все так же ненавидели. А я не без веселью нет, чтобы нуждаться в чьей-то любви. Действительно, сухарь и самодур. Знаете что, господин поручик? Отправляйтесь-ка вы под домашний арест. Рота! На плац! Тасюлевич, не валяйте дурака! Здравствуйте, Григорий Аполлоныч. Лев Николаевич! Здравствуйте! Я приехал к вам просить прощения. Мне очень-очень совестно. Лев Николаевич, это я должен попросить у вас прощения. Я влез как дурак. Нет, вы были искренне. А вот моя злоба была неуместна. Я злился не на вас. Мне очень приятно ваше общество. Если вы на меня не сердитесь, поедемте к нам.
Только к брату заехать, но это по пути. Лев Николаевич, я бы и рад, я был бы счастлив, но я, к сожалению, не могу. Я под домашним арестом. Присаживайтесь. Так. И что вы натворили? Со свойственным мне тактом сообщил капитану о том, что он тупица. Ну и насколько вас заперли? Еще двое суток. Я себе из города выписал одну вещь, но она сейчас будет нужнее. Сейчас. Вот. Ага, полюбуйтесь. Вот это наш главный стратег, капитан Яцевич. Пока солдаты от маршировки падать не начнут, он не успокоится. Команда всегда одна. На, сок, та, нуц. Я бы этот носок в глотку затолкал. Бьют кого-то. Это наш мизерабль, ротный писарь. Самое несчастное существо на свете. Мне даже в посадке головы что-то жалкое. Не замечали, что бабы на пятку ступают, а девки нет? Нет, не замечал. А молодость мы все ненаблюдательны. Почему? Потому что собой заняты. Яцевич, доконал, сукин сын. Вас гости? Александр Матвеевич, проходите. Познакомьтесь. Лев Николаевич Толстой, Александр Матвеевич Стасюлевич. Рад знакомству. А мы с вами знакомы, граф. Разве? Мы с вами на Кавказе служили. Вы потом описали мне в рассказе «Разжалованный». Солдат, который выпрашивает деньги на водку. Но вы не конфузьтесь, граф, я не обижаюсь. Я и вправду разжалованный, и вправду пил. Как стыдно. Ну, простите меня. А лучше приезжайте к нам в Ясный, вот, вместе с Григорием Аполлоновичем. Это вряд ли. Я с тех пор интересней не стал. Ну, как угодно. Господа, может быть, самовар, чаю? Нет, нет. Пожалуй, я отклонюсь. Так, мы ждем вас, Григория Аполлоновича, одного или господином прапорщиком? Александр Матвеевич, ну зачем же так грубо? Разве? А по-моему, я был очень камильфо. Ну как так можно? Там такой дом, граф, такой человек, вас пригласили. Этот человек на моих глазах проиграл этот дом в штос. Ничего подобного, дом прекрасно стоит. Значит, отыгрался. Закуски нет. Я кулины в немилости. Ого, вы собрались учить солдат астрономии? Нет, это Лев Николаевич подарил. Отличная вешалка получится. Александр Матвеевич, за что вас разжаловали? За дело, поручик. За дело. Ты окончательно решил? Окончательно. Назад ходу не дашь? Не дам. Когда ей об этом скажешь? Поговори ты с ней. Как ты себе это представляешь? Я должен Тане сказать, что ты на ней не женишься? Ладно, я ей письмо напишу. Жалко мне тебя. Самому себе жалко. Крест на себе ставлю. Прощай. Христос не знал отца своего. Потому он сын Божий. Как ты не знал? Господь Бог был его отец. Что такое говоришь? Он знал его в душе своей. Я тоже, стало быть, я тоже сын Божий. Как же это, Василий Степанович? Вы же Степаныч. Стало быть, и отец ваш Степан. Степан ли он? Тайны сие есть, не открывался он мне. А может, он Аполлон, а поручик наш, брат мой. О, эх, тебя занесло. У Господа тоже братья были. Какие-то такие братья? Петр и Павел, что ли? Темная ты, то апостолы. Друзей его считай. Бога друзья.
Господи, прости меня грешно. Василий, дело у меня к тебе. Тут вот кое-что поправить надо. Мы же сказали в последний раз. Ну, мало что я сказал. Человек предполагает, а Бог располагает. Вот тут у тебя как раз место пустое. Вот сюда, как в отчете, впиши. 8 рублей. Не буду. Это кто это тут квакает? Будешь? А я говорю, не буду. Будешь? Убегу я. Беги. Только вот тут пиши сначала. На руку! Длинным кали! Шаг вперед! Коротким кали! Шалунин! Выйди с руя! Ты пьян? Никак нет, ваше благородие. А почему шатаешься? Так всю ночь переписывал. А теперь на плац. Сил больше не терпеть. Изверги. Домовёв, отставь звить. Шабунин в строй. Я в строй! Зврот кругом. Зврот кругом! На исходной марш. На исходную шагом! Аж! Еще раз. Еще раз! Он же в обморок упадет. Вы что-то сказали, поручик? Сказали или нет? Никак нет. Вот и хорошо. Здравия желаю, ваше благородие. Приказано срочно явиться в штаб полка. Господин поручик, принимайте командование роты. Есть. Нижние чины свободны. Ура! Помыться, привести себя в порядок, а потом можете приходить учиться, кто захочет. Это мы завсегда. Рота! Вольно! Разойдись! Вы все-таки неутомимый либерал, поручик. Я, с вашего позволения, пойду вздремну. Придут они, ваше благородие. Ну, а ты почем знаешь? Да уж знаю. Не нужно им никакое учение. Скоты они. Ну, почему скоты? Такие же люди, как мы с тобой. Люди? Тараканов мне чернильницу напихали. Ну, да, они так шутят. Шутят. А гвозди в сапоги — это тоже шутки? А пинуть в миску? А по спине давеча на плацу? Скоты и есть. Не могу я больше. Убегу. Мочи не терпеть. Шабунь, что ты несешь? Куда ты убежишь? Бежишь, попадешь в арестантский рот. Да сядьте вы уже, Казимир Владиславович. Как прикажете, господин полковник. Без чинов, без чинов. Вы же мой лучший командир. И по всему видно, в капитанах недолго задержитесь. У меня на вас большие виды. Вот и сейчас могу только на вас опереться. Дело у меня к вам тайное и важное. Рад служить, господин полковник. Ой, да прекратите вы уже. Значит, смотрите, у нас же сейчас в армии реформа объявлена, будь она неладна. Так вот, узнал я, что генерал Гильденштубе к нам в полк с ревизией едет. Проверка будет внезапной, неожиданной, 18 сентября. Так вот, я хочу также случайно и тайно привести генерала к вам в роту. Так точно, не подведу, господин. Петр Алексеевич. Да я и не сомневаюсь. Рота у вас, полк, лучшая. Как вы этого добиваетесь, я не знаю и знать не хочу. Но вы уж там подготовьтесь на всякий случай.
Проверьте книги, подготовьтесь на случай смотра. Ну и принять как-то надо будет генерала. А из каких средств прикажете ассигновать на прием генерала? Ну что вы, как дитя малое, Казимир Владиславович. Из каких средств? Из экономии, голубчик, из экономии. Прошу закусить. Ваше благородие, беда. Что случилось? Пожар! Солдаты шалят! Солому подпалили! Хотели дело дымом выманить, а она загорела! Шалят! Разойтись, вы все под суд пойдете, твою мать! Бабалев! Бабалев, взрыв к реке, твою мать! Дашка там угорела, спаси! Виноват, ваше благородие, сами туда полезли. В каждом дворе баня, им нет после солдат надо. Натоплено, хорошо, видишь ли. А ребята ж они просто пошутить хотели. Ну что, дымно будет, и бабы голые повыскакивают. Кто ж знал, что она загорится-то? И пусть не врет, никого не попортили. Ну, облапали, так здесь и не позор. И благородие, господин поручик, он вообще дуру эту из огня спас. Ничего, никто не помер, все целы. Как же целы? Баня-то сгорела. Господин капитан, это все целиком и полностью моя вина. Это я распустил солдат, это я велел растопить баню. Я приму любое наказание. Ваше благородие, распорядитесь отпустить денег на строительство бани. Вот, я посчитал. Откуда я их возьму? Я своих денег дам. Как же вы мне надоели с вашими деньгами. Глупый, богатый щенок. Уйдите с глаз моих, видеть вас не могу. Ничего у меня не получается, все я делаю неправильно. Во всем я либо дурен, либо глуп. Вы уж тем не дурны и не глупы, что можете так думать о себе. Это хорошо. Это меня утешает, Олег Николаевич, от того, что вы по-доброму ко мне относитесь. Давай теперь мне. А мне себя утешать решительно нечем. Нужно просто сказать это себе, что я почки. Никчемный, пустой человек. О. У тебя большая ука. Никакое вы ничтожество. И у вас начнет все получаться, когда перестанете доказывать что-то отцу или себе. А вы приметесь просто жить. Жить внимательно. Давай расскажу. Вглядывайтесь в людей. В каждого по отдельности. Думайте о том, что каждому нужно свое. Когда перед вами будет не солдат вообще, а отдельный, особенный Иван или Матвей своими горестями, желаниями, вы будете знать, как им помочь. А, вот ты где. Обедать пора. Иди ко мне. Оп. Не грустите. Свиньи сдохли. И как же так, и почему они все разом сдохли? Может, эпидемия какая-то. А я вас предупреждал, что Степана не надо было в свинаре определять. Почему? Потому что у кучера своя гордость. Ему обидно. Ну что, отравил своей гордостью? Вы что, не видите, он их не кормил. Какой ужас. Конечно, ужас. 50 целковых за штуку. Степан, стой! Видишь, я стою, не бегу за тобой. Скажи мне, Степан, как ты мог? Ну это живые существа, это... Это все равно, что детей голодом морить. Детей по-моему не кормят. И к празднику не режут. Я тебя убью. Игра! Я с вами не успеваю. Подглядывать нехорошо. Я тебе не верю.
Ты все выдумал. Какие дети? Какая цыганка? Что за бред? Зачем мне тебе лгать? Да потому что ты не хочешь, чтобы я... Да потому что вы все хотите. Я много раз была в Пирогово. Там нет никакой цыганки. Марья Михайловна была в Москве. Марья Михайловна? То есть вы все знали? Оставить! Оставить, я сказал! Встать можешь? Щи опрокинул. Держи. Здесь много тебе хватит. Тебе бежать надо. Держи. Куда? Тебе здесь жизни не будет. Спрячь ты. Постой. Да, кровь. Вы заделались добрым самаритянином? Не желаете омыть ноги Бабулеву? Александр Матвеевич, зачем вы так? Вы же не такой. Такой, Гриш, такой. Попекем, да, шутка. Вместе попекем. Да куда ж мы попекем? Я ж замужняя. Он хоть и в солдатах, а ежели вернется. Да уж помер он, наверное, давно. Сколько лет ни слуха, ни духу. А ежели жив? А мы к молоканам побегем. У них река молочная, берега кисельная. Че это вы там шепчетесь? Помолчите, матушка. Что и вправду, в реке молоко. Ну, да. Там никто не работает. И воля такая, что как будто ничего нету. Все добрые, никто никого не обижает, как в раю. А какой же они веры? Да нашей веры, христианской. Так я же венчанная. А там попов нет. Это как? А зачем нам там попы? Ежели не сами, как ангелы. Какая сволочь это писала мне что? Каждую бумагу за ним проверять? Куда пропал солдатский паёк за эту неделю? Так солдаты сыты. Нет, я хотел сказать, нет, ну надо же, а? Солдаты сыты, а паёк пропал. Может, съели они, ваше благородие? Да ведь под чё там-то выходит, что нет. Иди отсюда. Ну, так значит, остался паёк. Чё ж лучше-то? На поротной той книге выходит, что не остался. Вот дурной, а! И тут напутал, и здесь, а! А ты почему знаешь, что он там напутал? Так вы же сами сказали, ваше благородие. Писарь я ко мне, живо. Слушаюсь. Это что? Напутал. Я что-то напутал. Я тебе еще ничего не сказал. Почему у тебя здесь столько, а здесь столько? Напутал. Ты видишь, что здесь разница 9 рублей? Не могу знать. Кто тебя научил так напутать? Не могу знать. Ты куда деньги девал? Отвечай. Отвечай, благородие! Ух ты, батюшка! Ты вор. Да не в жизнь, мне дали, дали! Вор и лжец, на каторгу пойдешь. Ах ты, морда поляцкая! Ух, нет, что ты? Ты че ты? Карцер его! Это я дал ему деньги. Зачем? На побег. Вы, поручик, в своем уме? Вы, офицер, давали деньги солдату, чтобы он дезертировал? Ему в роте житья не давали. Значит так, вы этого не говорили, я этого не слышал. Забудьте! И чтобы ни одной живой душе, понятно? Если меня спросят, я скажу, я лгать не умею. Вы с ума сошли? Вас за это прав состояния лишат. Казимир Брониславович, ну зачем вам это?
Это же пятно на чести полка. И себе карьеру сломаете, и мы вовек не отмоемся. Это же преступление. Солдат офицера ударил. И сейчас, перед смотром, перед ревизией. Ну, может быть, не было этого, а? Я рапорт не заберу, господин полковник. Да на черта мне ваш рапорт! За что вы ударили офицера? Может, у вас были веские причины не любить его? Он поляк, вы русский. Это может повлиять на исход дела. Шабунин, ты идиот? Каково ваше заключение? Нормальный. Нормальный? Физически он совершенно здоров, только рука обваренная. Я перевязал. Ну все-таки, каково ваше заключение? Какое заключение? Какое может быть заключение? Я не психиатр! Это что же, это за пощечину суд? Да. Он солдат, ударил офицера, это преступление. Погодите, а почему война полевой? Мы же ни с кем не воюем. После польского бунта и покушения на государя приказом министра введены военно-полевые суды. Так, по военно-полевому это вообще смертная казнь? Не могут же они его казнить за пощечину? Именно что. Могут. Левочка, так напиши тетушке Александрине в Петербург. Зачем? Ну как зачем? Она фрейлина, она близка к государю. Пусть поговорит там. О чем поговорит? О том, что у нас тут творится. Соня, ты понимаешь, что это закон? Ну так значит, дикий закон, дурацкий. Ну конечно, у нас когда писали законы, с тобой никто не посоветовался. Левочка, ну что ты сердишься? Я же помочь хочу. Соня, я отравилась мышьяком. Давайте. Гриша, скачите за доктором. Маша, стойте. Там в кладовой, в аптечке на третьей полке. Я сама. Бедная, бедная девочка. Брошенная. Опозоренная. Кто ж ее теперь замуж возьмет? Лев Николаевич, да если бы я был не я, а красивейший и умнейший из всех людей на свете, я бы счел за честь сейчас просить руки Татьяны Андреевны. Она вне опасности. Слава Богу. Зачем к аудитору? К какому аудитору? Я буду адвокатом этого несчастного. Этого солдата? Ну ты-то здесь при чем? Соня, ты понимаешь, там речь идет о жизни человека. Это у нас идет речь о жизни человека, причем близкого тебе человека. Встань, все будет хорошо. Откуда ты знаешь? И почему ты вообще должен быть адвокатом? Я, между прочим, экстерн сдал экзамен на юридический. Да, ты уже был мировым судьей, заступался за крестьян, теперь с нами не общается никто из соседей. Если ты так хочешь помочь, то не умнее ли будет дать денег, привезти из Москвы адвоката? Я приготовлю речь не хуже любого адвоката. И у меня известность. Стой, можешь спасти этого солдата? Только я. Я просто потрясаю твоя самоуверенность. Слушай, это невозможно. Мне кажется, ты меня втайне ненавидишь. Нельзя любить мужчину и ненавидеть то, что он делает. Я ненавижу не тебя, а твой этот русский народ, твою любовь к нему, выдуманную, неискреннюю. Соня, уйди! Здравствуйте, Василий Степанович. Я граф Толстой, я буду вашим адвокатом, если вы не возражаете. Дело непростое, но я уверен, что я и мои друзья, мы сможем помочь вам.
сильно не вас мучили? Ваше сиятельство, миленький, спасите меня, пожалуйста. Они здесь все хотят меня убить. Я им всем поперек горла. Что им спрашивается сделать такого? Встаньте немедленно. Нет, нет. Вот так. Это вам приятно? Граф, это мой отец вас послал. Военно-судное дело рядового Шабунина В. В. Даже имени не потрудились написать. А где Таня? Она у себя. Я отнесла ей чай. 14 страниц. 14 страниц. Понадобилось не глупым цивилизованным людям, чтобы отправить под суд человека за минутную слабость. Минутная слабость часто имеет роковое влияние на жизнь. У Илюши опять зуб режется, боюсь, спать не будет. Может, валерьян заварить? Нет, Николай Ильич. Роковое влияние на жизнь этого человека имеет нечто, не имеющее к нему никакого отношения. Покушение на царя. Абсурд. Мы можем говорить о чем-нибудь другом. Ты бы с таким воодушевлением роман писал. Если бы ты видел этого несчастного, тебе бы его стало жалко. По-моему, жалость здесь вообще неуместна. Природа сама прекрасно справляется. Уничтожает нежизнеспособные особи, так сказать, естественный отбор. Писарь ваш, как я понимаю, человек слабый, ничтожный. Может быть, даже идиот. И люди вообще не должны размножаться. Они вообще не нужны. Прошу меня извините. Не надо все воспринимать на свой счет. Почему-то мы, когда хотим сказать грубость или жестокость, мы говорим от имени природы и всегда от других. Вот вы, Анна Ивановна, вы же не рассуждаете о себе в таких категориях? Ну почему же я рассуждаю? С точки зрения природы я человек неполноценный. Я самка, не способная приносить потомство. Биологически мое существование бессмысленно. Таня, как хорошо, что ты пришла. Мне нужно поговорить с вами обоими. Позвольте. Кузьминский сделал мне предложение. Я решила принять его. Так что я уезжаю в Москву. Что ж ты делаешь с собой? Ты же не любишь его. Левочка, я люблю. Любила твоего брата, но... Счастья мне это не принесло, а Саша прекрасный человек и дорожит мною. Ведь этого совсем не довольна для семейной жизни. Зато это будет моя семейная жизнь. Я не могу все время жить с вами. Ну, все это так поспешно, Таня. Ты еще не здорова. Ну, хочешь, мы поедем после суда на воды? Успокоишься, развеешься. Боже мой, опять этот суд? Ну почему, почему наша жизнь должна встать в зависимость от этого суда? Суд меня поражает, твое бессердечие. Мое? Так больше не могу. Это бедлам какой-то. Александр Матвеевич, у меня для вас хорошая новость. Нас назначили судимы. Что здесь хорошего? То, что мы спасем Шабунина. Как это? Закон, он виновен. Ну, значит, это дурной закон. То есть он бьет офицера, мы его оправдываем, а завтра, когда он пойдет кого-нибудь убивать, мы что делать будем? Да спуть с вами, ну зачем он пойдет кого-то убивать? Гриш, мне помнится, вы интересовались, за что меня разжаловали. Так вот, после сдачи Шамиля меня назначили командовать ротой, которая охраняла тюрьму. Это была отличная рота. Солдаты меня любили. Я был добрым командиром. А вокруг, на дорогах, шалили люто разбойники. Писали следствие, долго разбирались и открыли любопытную вещь. Солдаты мои сговорились с заключенными, выпускали их по ночам, те грабили, убивали. Потом возвращались и барышами делились с ротой. А я не верил. И солдат защищал. Ну что, это история о том, что не нужно быть добрым командиром? Это история про то, что не нужно ломать свою судьбу. Да если бы я так смотрел на жизнь, я бы удавился.
давиться не так легко, как вам кажется. А во-вторых, вот за то, что вы не так смотрите на жизнь, я вас и люблю. Давайте уже пить. Вот. Письмо вам пришло от вашего батюшки. Спасибо. Как настроение в роте? Не весело. А мне что-то совсем тошно. Эка из скотина этот Яцевич. Жаль, что я тогда вас не послушал, не разглядел его. Ведь просил же, заберите рапорт. Так нет, он еще и генерал написал. Теперь все. Военно-полевой суд. И мы с вами должны будем вынести смертный приговор этому несчастному. А ежели его признают невиновным? Кто признать-то, Григорий Павлович? Офицерская тройка вы, я и Стасюлевич. Ну и вообще присутствовали при ударе. Вы же не будете лгать под присягой. Но его же довели. И что с того? Он же не сумасшедший. Есть закон, есть устав. Если на чем государство и держится, так это на армии. Если в армии станут нарушать устав, а закон гнуть под сантименты, что же будет в стране? На кого опираться государю? Народ ведь наш, ему только покажи слабину. Он так взбуровится, сам себя погубит. Одна надежда, что граф Толстой напишет своей тетушке фрейлине. Говорят, государь к ней очень прислушивается. И вот государь его помилует. А чтобы он его помиловал, мы должны его приговорить. Да, нам тяжко будет. Ну что делать? Долг есть долг. Я все же останусь при своем мнении, что рядовой Шабунин невиновен. Ну, конечно, Григорий Павлович. Оставайтесь. Только ведь это мнение ваше как частного лица, а не как офицера. Ни у меня, ни у вас выбора нет. Я командую полком, вы сын генерала Колокольцева. Чего ж? А хотите Сатерна? Мне прислали чудный Сатерн. Вот и ты. Папа. Здравствуй. Как вы тут? Приехал на тебя поглядеть. Без тебя дома скучно. Ну, извини. Дело важное. Рядовой Шабунин, будучи в нетрезвом состоянии, набросился на капитана Яцевича и нанес ему удар по лицу открытой ладонью в присутствии фельдфебеля Бобылева и поручика Колокольцева. Наш маститый защитник не может не знать, что статья 604 прямо говорит, что поднятие руки или оружия против начальника наказывается смертью, и будет настаивать, что перед нами поступок умалишенного. Однако сегодняшнее положение России, окруженные агрессивными врагами извне и поражаемые врагами внутренними, умышляющими против престола, заставляет видеть в преступлении рядового Шабунина зловещее начало неповиновения войска. Таким образом,
Перед нами преступление умышленное, злонамеренное, требующее казни через расстреляние. Не было проведено должным образом, так как полковой врач господин Михеев не является специалистом по психиатрии и проводил освидетельствование недостаточно добросовестно. Поскольку даже при беглом разговоре с арестованным Шабуниным видно, что его умственные способности ослаблены и граничат с идиотией. Рядовые мысли рядового Шабунина о своем необычайном происхождении в сочетании с постоянным употреблением водки, угнетение, которому он подвергался в роте, привели к тому, что в момент нанесения удара рядовой Шабунин находился в аффектированном состоянии и не понимал. Да. Рядовой Шабунин ударил по лицу капитана Яцевича, и это ужасно. Но это не важно. Важно то, что он чихнул. Вот он. Сидит перед нами. Дышит. Поворачивается, смотрит на всех нас. Он живой. Сейчас мы с вами сделаем так, что он будет неживой. Его больше не будет. А будет мертвое тело, которое мы с вами закопаем в землю. А сами пойдем обедать, играть на бильярде, учить детей хорошему, поправлять, накрывать себя одеялом перед сном, поправлять подушку, переворачивать ее во сне, чтобы попрохладнее было. А для него не будет ни обеда, ни подушки, ничего не будет. Потому что его не будет. Он больше не зевнет, не перекрестит рот, не чихнет, не сорвет с грядки зеленый колючий огурец, не хрустнет им, не сморщится, потому что горький, не протянет озябшие руки к печке, потому что ни зябко ему не будет, ни горячо, потому что и печки никакой не будет. А мы с вами будем. Это мы с вами сделаем так, что его не будет. За то, что он ударил другого человека по лицу, мы с вами его убьем. Одним словом, господа, вопрос на голосование простой. Виновен ли рядовой Шабунин в нанесении побоев капитану Яцевичу? Начнем с младшего по чину. Прапорщик. Суд готов к оглашению. Суд постановил 2 голосами против 1 признать рядового Шабунина виновным и казнить смертью через расстреляние. Судебные же издержки отнести на счет казны. Ах так? Тетушку хотите? Будет вам тетушка. Как же вы могли? Вы поспешны в своих суждениях, граф. Я голосовал невиновен. Поедем с нами обедать. Не нужно. Ну, хорошо. Я тебя буду ждать вечером.
Я остановился, полковник. Кого там черт принес? Я должен вам все объяснить. А, это вы, господин Ручек. Вы не поняли. Вам отказано от дома. Как такое может быть? Я же не знал. Я отправила его за покупкой. Как ты могла? Ну что, как я могла, Левочка? В доме сахар закончился, нет какао. Я не думала, что... А надо было думать, Соня! Левочка, ну я-то чем виновата? Я же говорила тебе, что нужно взять адвоката из Москвы. Я надеялся, тебе хватит ума сейчас мне это не сказать. Нет, не хватило! Наседлайте мне кого-нибудь! Ненормальный человек! Брат! Вы тут зачем? Позвольте мне отправить письмо курьерскому. Мне вас не надо, Григорий Павлович. Мне вас не надо. Прекрасную речь произнес граф Толстой. Удивительный талант. Полковник мне сказал, что вы сблизились с графом. Я это очень одобряю. Он человек благородный? Мне кажется, я сегодня совершил подлость. Что ты такое говоришь? Акстись. Ты голосовал по закону и по чести. Не мог же ты лгать? Ведь его убьют. Послушай, он же солдат. Солдат должен быть готов к смерти в любую минуту, как ты да я. Армия, она вообще про это, про готовность к смерти. В этом у нее благородство. Тебя не в бою убьют, а за пощечину. Ты по-прежнему слишком впечатлителен. Не путай художество и закон. Он же преступник, ты это знаешь, не хуже моего. Вы обязаны были наказать его примерным образом. Но государь, может быть, его помилует. Тут у каждого своя судьба. Не предавайся меланхолии. Этак ты запьешь в армии в последний дел. По мне очень тошно. Перестань. Ты исполнил свой долг. Ты молодец. Я тобой доволен. Сашенька, не надо. Ваше благородие, а что ж теперь будет с Василием Степановичем? С каким Василием Степановичем? А, это про Шабунина. То и будет, что его не будет. Давай. Расстреляй этого. Пошла. Да как же так ж можно? За что? А их за что? Будет вам всем праведник невинно убиенный. Два года, требующим около 400 тысяч годового расхода. Господин министр занят. Об отпуске третьей рубахи вместо выдавания 1 рубля 78 копеек. Строевым. Господа. Александра Андреевна. Вы передали письмо Льва Николаевича государю? Как царь, вы вправе казнить этого человека. Но как христианин, вы это сделать не вправе. Сударыня, вы знаете, как лично я ценю Льва Николаевича, но к его величеству в подобном тоне не обращаюсь. Его величество не меньше вашего ценит Льва Николаевича. Государь простит ему этот тон. Вы ставите меня в сложное положение. За место свое беспокоитесь. Вот как. Хорошо. Ваш племянник получит официальный ответ. Я не могу передать его прошение, поскольку он не указал номера полка и место расположения, что довольно странно для человека, служившего в действующей армии. Ты куда? Граф, подождите. Стой. Я приехал спросить, нет ли вестей из Петербурга. А вам что за дело, Григорий Аполлоныч? Граф, выслушайте меня, пожалуйста. На суде был мой отец. Я не мог поступить никак иначе, чем по закону.
Он бы не простил меня. Я очень сожалею о вас, Григорий Аполлонович. Если бы вы были другим человеком, вам было бы легче. А так я не знаю, как вы все это переживете, как мы все это переживем. Я его погубил? Мы оба его погубили. Прощайте, Григорий Аполлонович. Толстый, зачем ему бабушка? Не твое дело. Твое дело праведничку передать. Держи, давай. Не положено, говорю ж тебе. Холстину святому передай. Яблочко! Василий Степанович! Василий Степанович! Ну что, не простил ли государь? Он не видел моего письма. Напишу еще одно. Если успею. Да бог с ним, брат. Я там за вас помолюсь. Куда вы теперь, Казимир Брониславович? Согласно назначению, Бобруйск. Я ведь считаюсь вроде как обесчещен. Зачем вы все это затеяли? Ведь и себе сломали судьбу, и другим. Я поступил по закону, а вот вы могли проголосовать как угодно. Но тогда, конечно, не получили бы роту. Я вас ненавижу. А я вас презираю. Счастливо оставаться. Приступайте. От 1866 года, месяца августа 16 дня, военно-полевой суд 65-го Московского пехотного полка в составе председателя, полковника Юноши и членов поручика Колокольцева и прапорщика Стасюлевича признают подсудимого рядового 65-го Московского пехотного полка Василия Степанова Шабунина виновным согласно статьи 605 свода военных постановлений
военно-уголовных законов Российской империи, а именно в поднятии руки или оружия против начальника, и приговаривает к смертной казни через расстреляние. Приговор подписан членами военно-полевого суда и конфирмован воинским начальством. Не бойся, чадо. Прощает о тебе грехи твои. Командуйте, поручик. Шагом! Марш! Налево! Командуйте же. Прапорщик, командуйте. Класть! Блин! Смерть была мгновенной. Что ж вы? Командуйте. Налево! Шагом марш! Вольно! Помин души. Твои, Господи. Соня! Соня! Левочка, Левочка, с тобой. Соня, заблудился. Левочка, все хорошо, все хорошо. Ты ни в чем не виноват. Ты ни в чем не виноват. Ты лучше всех, слышишь? Соня. Слышишь, ты лучше всех.
Войдите. Здравия желаю, ваше благородие. Приказ от господина полковника. Извольте получить. Объясните! Срыть!